Изящество и внутренняя сила – качества, которые неизменно сплетаются в танцы участников образцового хореографического ансамбля «Акварель». Этот коллектив с 20-летней историей известен в Слободском большим количеством танцоров сильного пола. На данный момент 60 человек из 150 – мальчики и юноши. А еще известен своими успехами. Прошедший учебный год исключением не стал. Мы съездили нынче на конкурс «Киров», международный вятский переполох, откуда привезли место. Выучили несколько новых танцев. У нас нынче 6 выпускников, очень сильных, хороших, танцующих детей. Я занимаюсь 4 года. Мне очень нравится ходить сюда. Иногда занимаемся, да, просто растягиваемся и, ну, в основном танцы репетируем. Очень нравится. Жизнь в танце. Для этих ребят важнее, чем в интернете. Они танцуют так же легко, как находят общий язык друг с другом и со своим педагогом. Впрочем, за этой легкостью стоят постоянные репетиции. Я все тянулась и научилась.